О да, мотивация всех персонажей, как героев, так и злодеев. Мотивация всех персонажей, как героев, так и злодеев. Вся технология, продвигающая сюжет вперед, все это Железный Человек. О да. Сейчас. О да, мотивация всех персонажей, как героев, так и злодеев. Вся технология, движущая... сюжет вперед, это Железный Человек. О да, мотивация всех персонажей, как злодеев, так и героев. Вся движущая сила... Вся технология, движущая сюжет вперед, это Железный Человек. О да, мотивация, вся технология, движущая сюжет вперед, это все это Железный Человек. О да, мотивация, движущая всех героев, как злодеев. Нет, это никого движущего. А, ты как... Мотивация всех героев, как... Ну, не обязательно говорить «о да», ты можешь сказать «да-да», мотивация всех героев, как, мотивация всех героев, как, да, всех персонажей, как героев, так и злодеев, вся технология, движущая сюжет вперед, все это Железный Человек. О да, мотивация, движущая всех героев. Опять движущая. Мотивация всех героев. Мотивация всех персонажей, как героев, так и злодеев. О да, мотивация всех персонажей, как героев, так и злодеев. Вся технология, движущая... Да ёпарас, это что там... А как же Черная Пантера, Баки, Сокол, Человек-муравей, муравей, Оса, Воитель, Доктор Стрэндж, Алая Ведьма или Пеппер Поттс? А как же Черная Пантера, Баки, Сокол, Человек-муравей, Оса, Черная Пантера... А как же Черная Пантера, Баки, Сокол, Человек-муравей и Оса... Воитель, Доктор Стрэндж, Алая Ведьма и Пеппер Поттс. А как же... Черная пантера. Давай так, ты прочитай несколько раз. Это. Просто без выражения, просто чтобы оно нормально с языка слетало. Так. О да, мотивация всех персонажей, как героев, так и злодеев. Вся технология, движущая сюжет вперед, все это Железный Человек. О да, мотивация всех персонажей, как героев, так и злодеев. Вся технология, движущая сюжет вперед, все это Железный Человек. О да, мотивация, движущая... Да ёпарас, это что же она движущая? Потому что ты пытаешься не пропустить потом эту движущую силу, и она вылетает у тебя раньше. Дай мне водички, пожалуйста. А как же Черная Пантера, Баки, Сокол, Человек-муравей, Оса? А как же Черная Пантера, Баки, Сокол, Черный... Все нормально. О да, мотивация всех персонажей, как злодеев, так и героев, движущая... Путь-то, ёпарас. Движущая технология. У меня вот слово технология. О да, мотивация. Движущая... Да ё... О да, мотивация... О да, да-да, не говори «о да», говори «да-да». Да-да, мотивация всех персонажей. Как героев, так и злодеев. Технология, движущая сюжет вперед. Все это Железный Человек. Да-да, мотивация всех персонажей. Как злодеев, так и героев. Технология, движущая весь сюжет вперед. Все это Железный Человек. А как же Черная Пантера, Баки, Сокол, Человек-муравей, Оса, Доктор Стрэндж, ёханый бабай. А как же Человек-муравей, Оса, Черная Пантера, Баки, Сокол и всякая херня? А как же Черная Пантера, Баки, Сокол, Человек-муравей, Оса, Доктор Стрэндж, Воитель? А как же... Так, стоп, а как же Черная Пантера, Баки, Сокол? Да-да, мотивация, движущая всех героев. Тьфу, да опять движущая. Мотивация всех персонажей. Да-да, мотивация всех персонажей, как злодеев, так и героев. Сила, движущая весь сюжет вперед, все это Железный Человек. Нет, это плохо. Технология. Технология, движущая. Ну это такое, да, бывает. Вся технология, движущая сюжет вперед, все Железный Человек, это технология. Да. Да-да, мотивация движущая всех... Да опять движущая, да что же это такое? Вот них мотивация движущая. Да-да, мотивация всех злодеев... Это просто какой-то капец. Эта фраза мне взорвет мне голову. Смертоносная техника. Очень похожая на то, что Гидра хотела сделать в... Смертоносная техника. Очень похожая на то, что Гидра хотела сделать в противостоянии... Нет, в другой войне. Смертоносная техника. Очень похожа на то, что Гидра хотела сделать в другой войне. И зачем Тони ее создал? И зачем он тем более отдал ее ребенку? Да-да, мотивация всех... Всех персонажей? Да-да, мотивация всех персонажей, как злодеев, так и героев. Движущая технология...
технология движущая, наоборот. Технология. Ладно, давай, давай, просто прочитай его несколько раз еще раз. Один раз же у тебя получилось, ну, просто да. Надо оно, чтобы мало ли там будет. Да-да, мотивация всех персонажей, как злодеев, так и героев. Вся технология, движущая сюжет вперед, все это железный человек. Да-да, мотивация всех персонажей, как злодеев, так и героев. Вся движущая технология. Нет, вся технология. Вся технология. Да-да. Да-да, войдите. Да-да, мотивация всех персонажей, как злодеев, так и героев. Вся движущая, да вся технология, это что такое? Ваня, это надо будет выпустить отдельное видео. Одну фразу, короче. Вся технология записи роликов. Да-да, мотивация всех персонажей, как злодеев, так и героев. Вся технология, движущая весь сюжет вперед, все это железный человек. Сейчас. И еще раз. Да-да, мотивация всех персонажей, как злодеев, так и героев. Вся движущая сила, вся сила, вся технология, движущая сюжет вперед, все так просто. Да если я так подсмотрю, вся технология. Да, подсматривай. Да, я буду просто вниз там себе типа. Потому что тебе вот что-то зашло в голову, и все, ты не. Да-да. Да-да. Да-да, мотивация всех персонажей, как злодеев, так и героев. Вся технология, движущая сюжет вперед, все это железный человек. О, отлично. Ну и давай еще раз. Да. Да-да, мотивация, движущая. Да опять ты смотри, ну ты понимаешь? Мотивация, а то только чуть-чуть отвлекся, все, уже начинается прорываться. Да-да, мотивация всех персонажей, как злодеев, так и героев. Движущая. Ладно, все, оставим эту фразу, давай дальше пойдем. Потом, если что, вернемся, допишем еще пару дум. Так. Угу, смертоносная техника! Очень похоже на то, что Гидра создала, хотела создать. Хотела использовать в другой войне. Окей. Смертоносная техника. Очень похоже на то, что Гидра хотела использовать в другой войне. И зачем Тони ее создал? И тем более, зачем он отдал ее ребенку? 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 Ребенку на гребенку. Но по приезду он обнаруживает, что тетя моя упаковала ему... Так, сейчас, на поприезд. Сардины. Отлично, спасибо. Оказалось, что Тони оставил Питеру очки за миллиард... За миллиард долларов с системой по имени Эдит. Отлично, спасибо. Оказалось, что Тони оставил Питеру очки за миллиард долларов с системой по имени Эдит. По имени. Эмини. Запись дубля. Отлично, спасибо. Оказалось, что Тони оставил Питеру очки за миллиард долларов с системой по имени Эмини. Ну что это? Потому что ты хочешь сказать следующее слово «эдит», и ты уже готовишь речевой аппарат к произнесению «э», и получается, что не знаю. Научись не глотать слова. Помнишь песенку такую, не? О, кто-то удивляется те... которые не знают о классическом злодее Мистерио. Или не нагуглили его сразу же после... трейлера. Или не подумали, что имя звучит злодейски. То-то удивятся всех те, кто не помнил... Кто-то удивятся те, которые не слышали о классическом злодее Мистерио. Или не нагуглили его сразу же после трейлера. Или не поняли, что имя звучит злодейски. Кто-то удивятся те, кто не слышал о классическом злодее Мистерио. Или не нагуглили его сразу же после твиттера. Какого твиттера, Отлично. Ага, камеру смотри. Она помогает Питеру. Питеру. Она помогает. Она не помогает, а позволяет. Она позволяет. Потому что она не помогает. Она позволяет Питеру шпионить за людьми, управлять их техникой, контролировать армию дронов из космоса. Да что ж такое? И убивать кого угодно. Она позволяет Питеру шпионить за людьми, управлять их техникой. Управлять их техникой, контролировать армию дронов из космоса, убивать кого угодно, где угодно и когда угодно. Хорошо. Чтобы мы могли снять фильм. Не, не буду руками махать, потому что я не махаю руками.
вдруг начал что-то махать. Но когда машешь руками, из-за того, что синий экран, делай, если вдруг ты делаешь какое-то движение, я сам напротив. Про это говорю, напротив туловища, чтобы, потому что когда пальцы напротив этого, вот, то это... Ну, синее, да, синее это оно. О, видно как. Да, да, потому что оно успевает камера... Я понял. Чтобы мы могли снять фильм. Он также запрограммирован так, что Питер единственный, кто может его использовать. Чтобы мы могли снять фильм. Он также запрограммирован... Чтобы мы могли снять фильм. Он также блин, он также запрограммирован так. Он также запрограммировал... Скажи, настроил. Он также запрограммировал ее так. Он также запрограммировал ее так, понимаешь, так же так. А что случится, когда... А что будет, если случится настоящая угроза уровня Мстителей? А что будет, если случится настоящая... А что он будет делать, если случится настоящая угроза уровня Мстителей? А что он будет делать, если случится настоящая угроза уровня Мстителей? А что он будет делать, если случится настоящая игра... Бла. А что он будет делать, если... Случится... Бла. А что он будет делать, если случится настоящая угроза уровня Мстителей? Затем, посреди титров... Мистерио свалил на Питера вину за атаку. Но затем в сцене посреди титров Мистерио свалил на Питера вину за атаку. Да что ж такое? Но затем в сцене посреди титров оказалось, что Мистерио свалил на Питера вину за атаку и раскрыл всем, кто он такой. Ваня, можешь подсматривать туда. Но затем в сцене посреди титров оказалось, что Мистерио Но затем в сцене посреди титров оказалось, что Мистерио свалил... На Питера? Но затем в сцене посреди титров оказалось, что Мистерио свалил на Питера вину за атаку. Ладно, если будет настоящая угроза в мире, ведь есть все эти еще... остальные супергерои. О, куча нарисованного пушечного мяса. В конце фильма. Мне это нравится. Это именно оно, но как же он... увернется от всех этих пуль? Дроны, наверное, выпускают их тысячами в минуту, в секунду. Но затем в сцене посреди титров... Свалил на Питера вину за атаку. Видишь, вот какие-то фразы как вот... Ну, текст как-то по-дебильному написан. Миша. Текст как-то по-дебильному написан. Тебе денег никто не даст. Затем в сцене посреди титров оказалось, что Мистерио свалил всю вину за атаку на Питера. И всем раскрыл, кто он такой. Ну, вот отлично. Говори так, как тебе удобно. Сейчас. Я думаю, нам надо пригласить Джей Кей Симмонс, чтобы он объявил как Джей Джона Джеймса. Это я чувствую еще один кандидат для типа этих. Джей Кей Симмонса. Она, знаешь, так еще так четко нарочито и отрывисто. Джей Джона Джеймисон. Ну, это она же ускорена будет. Ну да, 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 я понимаю, да. Но она просто вот, как знаешь, как вот пьяный пытается выговорить себе. Джей Джона Джеймисон. Я думаю, нам надо пригласить Джей Кей Симмонса, чтобы он объявил это как Джей Джона Джеймисон. Протрезвел. Ладно. Наверное, будет трудно побудить.
Наверное, будет трудно победить... Наверное, будет трудно победить Мистерио без паучьего чутья. Ну, еще раз повторю, скажи, и слава тебе, Господи. А если выпустить этот... А если выпустить этот... Понял. Такое, знаете, нелегко переварить.